Друзі, до студії нового дня завітав начальник відділу міжнародного молодіжного співробітництва Раміля Габеко. Вітаємо тебе у нашій студії. Щоразу, коли ти приходиш до нас, ти розповідаєш про спортивні події, які відбуваються у нашому місті, про молодіжні якісь події. Тепер хочеться у тебе, як у представника спортивної молоді Миколаєва, дізнатися, якими видатними іменами багато наше місто та область, ким ми можемо пишатися, які спортивні перемоги з'явилися у нашому місті, можливо, в нашій країні. Ну, во-первых, хотел бы всех граждан нашего города поздравить с днем флага нашей страны, с днем самого, как по мне, красивого, самой положительной расцветки флага и с днем флага, за который мы боремся, как спортсмен могу сказать, за который мы боролись, боремся и будем бороться на международном ринге. И за который сейчас в наше время многие спортсмены нашего города борются на международной арене. Что касается представителей молодежи и ярких представителей молодежи спорта нашего города, то могу сказать, что я не раз повторяю, не раз уже повторял в этой студии о том, что, как по мне, и я уверен, многие об этом так думают, что Николаев является таким сердцем и кладом на ярких спортсменов, на самые сильные спортивные школы, чего только стоит, да, школа фехтования нашего города, чего только стоит школа прыжки на батуте, да, прыжки в воду, бокс, кикбоксинг, борьба. Я сам представитель кикбоксинга и могу сказать, в данный момент у нас есть ребята, которые уже на данный момент, да, такие как, например, Александр Павлюк, который уже является чемпионом мира, чемпионом Европы, чемпионом Кубка мира, чемпионом Кубка Европы, ну, в принципе, все, что возможно, все уже выиграл на юниорской арене, на юниорском ринге. То есть впереди взрослый ринг, и я могу смело сказать то, что это надежда такая нашего города в кикбоксинге. Что касается остальных видов спорта, я уверен, в каждом виде спорта есть такие таланты, которые будут наш флаг возвышать і гімн буде грати наш на весь мир. Ти щойно сказав, що вітаючи з Днем Державного Прапора України, про те, як наші миколаївські спортсмени виборюють право дійсно пишатися своїм прапором, звеличувати його за допомогою своїх перемог. Ось що відчувають спортсмени, коли дійсно Державний Прапор України возвеличується над іншими і він є першим? Могу по себе сказать, как бы я помню такие эмоции. На самом деле это, ну так как, это непередаваемые эмоции, это, ну честно, не могу передать словами, то есть это ничего кроме радости, вплоть до того, что даже слезы счастья, ничего не может сравниться с этим, потому что ты стоишь, да, флаг возвышается над всеми и понимаешь, чего стоило, годы тренировок, да, годы подготовок. В нашем виде спорта это литры пролитого пота, крови, и, ну, то, что, ну, то, что не передать, как бы все. Это очень такие, очень яркие, очень счастливые моменты. Я даже вот сейчас вспоминаю, мне без улыбки я не могу это вспоминать. То есть это, на самом деле, это одни из лучших моментов в жизни, которые испытывает человек, как по мне. Наші спортсмени шляхом поту і крові виборюють нам перемогу. Наскільки відчувається підтримка держави у наш час спортсменам для того, щоб вони дійсно стали переможцями? На даний момент, от я можу по себе сказати, да, підтримка держави, ну, можливо, вона відчувається в якихось моментах, там, ну, небольших, несущественних. В основному, це підтримка, що було в моєму випадку, це підтримка, пряма підтримка батьків, як в моральному, так і в фінансовому плані. І поддержка друзей, коллектива и тех людей, кому ты не безразличен. После того, как отримаєш перемогу, повертаєшся до своєї країни. Наскільки улюблене місто, рідне місто зустрічає переможця? Як відчувається підтримка містян? Ну, опять же, вот по себе могу сказать, что когда встречи, осуществляют встречи, это были встречи, опять же, родных, друзей, близких. А вот недавно, когда приезжал тоже вот Саша Павлюк, когда стал чемпионом мира, тоже, я помню, мы его встречали все вместе, тогда тоже встречали и друзья, и близкие. То есть многие не знают об этом, вот скажем так. Это много не анонсируется. Ну,
На даний момент ми вже допомагаємо продвигати спорт, допомагаємо, от хто-то Реміль, а ось на поїхав. твою думку, в чому проблема, що дійсно миколаївські спортсмени є чемпіонами світу, а про це мало хто знає, і мало хто знає наших, можна сказати, героїв в обличчя? Не знаю, може, це розподілення цінностей, тому що от в нашому місті, можливо, в нашій країні спорт, як сказати, немного уступает по, да, по разговорам, по продвижению массы, например, многим другим странам. Так как, вот знаем, да, ребята с других там европейских стран, например, когда они приезжают домой, даже и вплоть до того, что они заняли какое-то призовое место, я не говорю первое, там, чемпионом мира или чемпионом Европы стали, там идет масштабное анонсирование, масштабное встреча. Но сейчас я могу сказать, что вот для этого мы и работаем, для этого мы и продвигаем спорт, для того, чтобы все видели, все видели, все видели, что тот или иной человек стал чемпионом мира, тот человек стал призером чемпионата мира, Европы, то, что чемпионом Украины, призером Украины. Все от нас зависит, не надо никого винить, мы от своего лица мы продвигаем, мы стараемся, для этого мы существуем, для этого мы осуществляем много акций, для этого мы работаем во благо молодежи и во благо просвещения спорта, так как это является главным, мне кажется, у молодежи, что может быть для здорового и яркого будущего. Ось саме про просування спортивного та здорового життя. Твоя команда створює нові події, які змушують людину відійти від чогось поганого, від поганих звичок, і не тільки займатися спортом і допомагати собі, але й допомагати іншим. Да, у нас, ну, вже неоднократно, опять же, повторялись, у нас акція масштабна, вже длительна, вона до сих пор існує, це Stop Drugs, ми її почали ще... Я скажу, еще зимой мы ее начали, думали месяц сделать месячную акцию такую, чтобы много тренировок, но она так зашла, ну так хорошо зашла в наш город, начала действовать, то что, ну в принципе ее даже останавливать нет смысла, потому что это все, опять же, это все делается во благо и, знаете, никаких вложений, ничего не нужно, потому что сама молодежь, сами спортсмены молодые, сами помогают, сами проводят тренировки. Вот сейчас вскоре опять начнем бесплатные тренировки, да. Также вот на днях проанонсирую то, что вот мы будем ехать с благотворительной поездкой в один из там детских домов. Это будет спортивная благотворительная поездка, нацелена опять же на спортивный мотив. То есть мы, я же говорю, винить никого не нужно, что вот что-то кто-то не видит. Вот для этого, чтобы кто-то что-то видел, кто-то знал, чтобы была поддержка со стороны города, нужно, с нашей стороны мы будем делать все возможное. И на самом деле я хочу сказать, вот в последнее время тот или иной, да, спортсмен становится чемпионом, вот я наблюдаю, и уже я вижу, что в Фейсбуке очень много поздравлений со всех сторон, выставляют фотографии, поздравляют чемпиона, то есть уже сдвиг идет, это благодаря всем, кто действует, всем, кто поддерживает спорт, и я думаю, у нас идет положительная тенденция, думаю, все будет хорошо. Ми дуже раді за те, що ти дійсно продовжуєш створення нових і нових імен у нашому місті спортивних, допомагаєш цим зірочкам дійсно спалахувати і розповідаєш нашим миколаївцям про те, що є справжні спортивні герої у нашому місті за допомогою постійних акцій, постійних створення якихось подій. Хотілося б від тебе сьогодні почути привітання до наших миколаївців із Днем Державного Прапора, з майбутнім, вже завтрашнім Днем Незалежності нашої країни. І почути від тебе побажання від дійсно яскравого представника активної спортивної молоді. Хочу поздравити всіх громадян нашого міста з наступаючим Днем Незалежності України, з Днем нашого флага рідного. І пожелати, прежде всего, бути незалежним внутрі, бути незалежним в житті і любити нашу країну. Не словом любити, а делом. А дело это может быть любая мелочь, которая мелочь порождает какую-то большую именно вот сдвиг в том плане, что если каждый сделает по мелочи, то страна станет выше, страна станет намного больше. Так что хочу поздравить всем с наступающим праздником и пожелать делать во благо страны, а не просто словом.
Дякуємо тобі за такі привітання. Я сподіваюся, що кожен з миколаївців прислухається, розпочне себе і з малої крихти ми збудуємо нову незалежну державу.